Прибыль 5 баксов? Нифига себе, я успешный брокер. Не, пока делать ничего не будем. Ну, давайте посмотрим, что там еще есть. Пропащие. Надпись. Банда байкеров возродилась из пепла. На, эти. Lost and Damned. Из пепла и служит угрозой всем жителям округа Блейн Сан-Андреас. Эйнгару и Либерти 3. Несколько лет назад банда, известная как клуб байкеров Lost and Damned. Так, я это не буду считать, а то заспойлерю себе этот GTA 4 Lost and Damned, который я еще не прошел. Ну вот, игра на бирже, это интересно. Будет куда деньги хотя бы вкладывать, чтобы они просто так не валялись на счету. Погнали! Так, господи, показалось, что здесь просто газон. Настолько яркое солнце, что я даже этого не увидел. Деточки! Нормальный движок. Короче, валим от полицея, а потом разберемся, что делать дальше. И давно я не катался на мотоцикле. Байкеров сегодня нету, так что можно и помотоциклетить. А чё я с пукалкой хожу, как кретин? Да ладно, вы издеваетесь. А, ну я не могу взять калашников. Ну пусть. Не-не-не-не-не-не, твою мать! Меня заметили. Значит, мы валим. Так, это веселый тупичок или можно все-таки пройти? Да. Да что это за ссаный квадрат-то? Или буква П точнее? А меня не видно, Ну не видно меня, Не-не-не-не-не-не-не, тупой мент, а? Слишком ты умный какой-то для тупого мента. Пошел нафиг. Да надо было остановиться, да. Угу. Вот в этом я точно не виноват. Чё ты валкаешь? Это мой мотоцикл, тварь! Сейчас кому-то, сейчас, по-моему, по роже достанется. Вот ты от меня точно не скроешься, говнюк. Иди сюда. Мой мотоцикл, скотина. Какой ты быстрый. Он просто угнал куда-то вдаль. Вот говно, а? Ага, вот эти ребята. Твоего дружка тоже сейчас прикончим. Вот и все, тварь, а. Совсем охренели. Просто взяли, переехали мой мотоцикл. Вот посмотрите на нем, какие вмятины остались. Кошмар. Из-за этого можно было получить две звезды, а вот шлем лучше надевать, парень. Ладно, ладно, я думаю, что с таким уровнем здоровья лучше уже не экспериментировать с мотоциклами, господи! Да чтоб тебе, что за день-то такой, а? Уваливайся из этой тачки, дрянь. В нее, по-моему, уже кто-то стрелял. Примерно из пулемета.
А что ей? Там был мотоциклист. Это была встреча. Ты охренел, что ли? Ну давай так поиграем. Ах ты тварь, еще и шину мне проткнул. Или нет? Да. Ладно. Давай поворачивай. Давай едь. Что-то они там затупить решили. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Опасность, danger. Может быть, здесь можно выехать в город? На то как-то некомфортненько я себя ощущаю. Что за подстава? Здесь даже не допрыгнешь. Даже если на тачку встанешь на крышу, все равно не допрыгнешь. О, рейнджак, который я хотел. Хотя фиг там был. Так. А ну стоять. А ну стоять. Да не это. Ладно, плевать, что-нибудь другое возьмем. Это дерьмо. Ладно, это дерьмо, так это дерьмо. Ох, лучше не выходи. Хотя... жарковато на улице, нужна вентиляция, понимаете, поэтому без дверей это лучше будет. Да пошел ты нафиг! Да пошел ты нафиг! Нужен был рейнджак. А чё там? Не понял. Чё это за красная точка? Что за красная точка-то была? Непонятно. Абсолютно непонятно. Привет! У-ху-ху-ху-ху. Это же пункт назначения сейчас будет, если я эту тачку угоню. А ну стоять. Стоять. Это уже интересно. Да, тебя тоже приветствую. А еще свали-ка из машины. Все дальнобойщики в этой игре выглядят одинаково, я так понимаю, да? А как же борьба за бревна? Нет, ты просто наплюешь на них? Нет, мой груз, спин тайрс, нет. Нет. Разворачивайся, тварь. Господи, я чувака на колеса намотал. Да что за скотство происходит? Я не виноват, что я на встречку попал. Это все менты, которые за мной гнались. Тихо, спокойно. Я не хочу подыхать здесь. Ядрить, коптить. Это лучше наблюдать со стороны. Что-то я, по-моему, переборщил. Или нет? Сейчас еще скорая взорвется, я чувствую. Да пошел ты на... Я уже мертвый, не надо меня добивать ногами.
Что за адское месиво? Я всего лишь хотел потаскать бревна. Какого хрена все закончилось 30 взрывами и... И все в этом духе. Вот это классная тачка. Да... Тварь, да нахер ты останавливаешься? Я ее поцарапал. Ну... Да, трасса здесь прикольное место. Из-за огромного трафика. Там могут случаться вот подобные вещи. Копчите, дрить! Хорошо, что я потратил все свои деньги, иначе бы у меня сейчас все слилось бы на восстановление в больнице. О, господи. Что за фейспалм, а? Нифига себе удар! А у тебя есть 8 баксов? 14? Да я почти два раза могу покататься на колесе обозрения, если заберусь туда живым когда-нибудь. Да, ты тоже выходи, если ты не понял. Бамс! Никому нельзя звонить. Ах ты, тварь, успел все-таки. Жесть происходит, конечно. Конечно, происходит жесть, потому что кто играет в GTA? Я играю в GTA. Когда я играю в GTA, ничего кроме жести происходить не может. Страйк. С одной кеглей. Стопе, стопе, стопе. Там гаражик, можно на него заехать. Может быть, оттуда можно прыгнуть. Тачка вроде как позволяет. Типа вроде как спорткар. Или это вообще торговый центр, непонятно. А, это что-то какое-то культурное место. В которое я культурно заеду на своем культурном автомобиле, заляпанном кровищей. Колбасить ее по этим лестницам, конечно, это жесть. Спокойненько. Спокойненько. А, это вообще подъем, можно на другую трассу выехать. Нормально. Тихо. А вот отсюда я реально могу прыгнуть. Только на Мустанге, пожалуйста. Эй, Шелби. Или Додж. Не, Мустанг под дождем как-то элегантнее выглядит в этом сером свете. Короче. Пока эта тварь не уехала, надо действовать. Ага, именно... Да не под этот музон. Слишком много машин. Они мне просто так не дадут проехать.